Ремонтные работы идут и в поселке Атамановка. Жителям первых четырех подъездов пятиэтажного дома, пострадавшего на прошлой неделе от сильных ливней, официально разрешили вернуться в квартиры. Об этом сегодня сообщил министр территориального развития Забайкальского края Александр Бутырский. Напомним, 8 июля в результате сильнейшего ливня был подтоплен пятиэтажный дом по адресу Новая 7 в поселке Атамановка. Из основания здания выпали две бетонные плиты. Было эвакуировано около 60 человек, жильцов злополучного строения. По словам министра, в минувшую пятницу были завершены работы по усилению подмытой части фундамента пятиэтажки. Восстановление ведется силами строителей ОАО «РУС» за счет оборотных средств. Уже сегодня специалисты проектной организации оценят состояние квартир и, самое главное, балконов на предмет целостности конструкции. В пятом сильнее всех пострадавшим подъездом. По мнению Бутырского, жильцы, скорее всего, уже в скором времени вернутся в свои дома. В настоящее время здесь оборудуется водоотвод, проведены планировка и засыпка размытой улицы.